Молодежь Камчатки приглашают принять участие во Всероссийском историко-просветительском форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет могут принять участие в форуме с 11 по 15 октября, который состоится в Волгоградской области. Данное мероприятие призвано объединить людей, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в сети интернет. И в рамках форума молодых людей ожидают образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.